приветствуем Елену, интересуемся, готова ли Елена к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду на три, Сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. Начинает сканировать все семь тонких тел Елены. Находит все. У нее в теле как слизь какая-то. Она ее растягивает руками, как жвачку, зеленым цветом. Понятно, хорошо хамелеонами. Это мы еще посмотрим, хамелеон ли это. Один канал? Да, один. Хорошо. Так. Снимаются все маски и голограммы все, сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивай канал от этого хамелеона 1, 2, 3 и к другим ответственным, если таковые есть. И они притягиваются в эту клетку тюрьмы и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Красный дракон. Отлично. Хорошо. Красный дракон. Считай цифры над головой. Снимается все маски и голограммы. Дракон пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Дракон один. Хорошо. Считай цифры над головой дракона. 1032. Дракон, что ты делаешь, в биополе человека, который прочитал манифест и заявил о своих свободах. Он говорит, что там также слова, что принимаю на себя ответственность за все свои действия. А ты дал ей возможность принять ответственность за свои действия? Ты сделал все возможное для того, чтобы она этого не сделала. Не так ли, дракон? Я не видел манифеста. Ты не видел Манифеста? Хорошо, скажи мне, дракон, как долго ты находишься в ее биополе? Три недели. Три недели. Это сущность, которая стоит рядом, этот хамелеон. Это ты его привел? Нет, я подключился к ним. Хорошо, я обращаюсь к этому хамелеону. Ты кто такой вообще? С какой ты цивилизации? Рептилия? Драки. Драго. Да, знаем такую цивилизацию. Считаю у нее цифры над головой, Вера. 57. 57. Угу. Так. Больше каналов нет, да, Вера? У нее вот этот канал, он раздваивается почему-то. Он один, но он идет раздваивается. В общем, хамелеону и красный цвет идет дракон. Дракон. Мне кажется, ты что-то сейчас мне не то рассказываешь. Мне что, достать печать дракона и вызвать у тебя страшнейшую головную боль? Он, он говорит, что у, у них один корень. То есть у них одна родовая ветвь рас, расщепляется. Поэтому один канал. Один прародитель у них. У кого? У драконов и у хамелеона? Да. Слушай, это что-то мне такая непонятная история. Какое ты имеешь отношение дракон к рептилоидам? Мне кажется, ты мне начинаешь, не считаешь, э, вернее, не осознаешь ту ситуацию, которая. Он в которой... говорит, что драги это не, не рептилоиды. Драги это не только рептилоиды. Хорошо, откуда? Созвездие Ориона? Он говорит, что я говорю про нашу древность, что мы с одних корней. С вами же одних корней, тогда и ящеры получается, да? Да. Веселая компания у вас хорошо. Ладно, переходим к процедуре сейчас реверса энергии. Я понял. Ты сидел три недели, ты сказал, да? Да. Сколько ты сидел, хамелеон? Это Два На что зашел? И как зашел? Покажи ситуацию. Как избежать твоей подключки? Не дашь ценной информации, не представляешь для меня ценности. Он, он говорит, что она сомневается. И ищет постоянно что-то. И вырабатывает какую-то энергию, играет в который... верю не верю. А вот как играет верю не верю. И он показывает, что он вот этот зеленый яд он в нее как подбросил. Понятно. Для чего ты яд ей подбросил свой зеленый амелион? Это уже отравление. Ты знаешь, что это опасная вещь в плане наказания за такие деяния. Но вот он показывает, что чтобы отвлечь ее она как играет с ним, растягивает его туда -сюда. Странные у вас какие-то технологии, честно говоря, какие-то первобытные. Хорошо, все, Вера, переходим к процедуре реверса. И я даю команду тонкой копии Елены спроецировать энергетические и сферические каналы к ответственным и начать Начали выстраиваться каналы, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм, всего того, что она получила от них. Один, два, три. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене, энергия страха, неуверенности, энергии всех болезней, определенности, все, что она могла получить от них, возвращается к ним назад. Кому идет больше всех, Вера? Ну, то зеленая выходит из нее больше. Дракона закончилась. Значит, к этому идет хамелеон больше, да? Да. Да, хамелеон. Опасный ты, опасный ты для человеческих душ. Наверное, тебя надо изолировать. Готово. Так, она сейчас всю отдала, устанавливается фильтры золотой светочкой на все каналы. И в порядке реверса Елена забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Елена себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Скажи мне, что возвращается от этих сущностей? Какие цвета? Кто воровал? Хамелеон? А миллион. Угу, вижу. И красный дракон. Физическую силу заберу. Дракон, дракон. Да зачем ты это делал? Наполнялся физической силой. То есть ты энергии воровал, воровал у нее энергии, правильно, да? И ты считаешь, это вполне нормально? Скажи мне, у тебя 1032 уровень осознанности. Ты считаешь, это нормально? Ты не считаешь, что есть границы каких-то деяний, которые еще... Серая зона, а есть, которая уже красная зона. Вот сейчас вы оба находитесь в красной зоне. Один просто жрал без оглядки энергии. Человек это дракон, а хамелеон еще отравил. Я не знаю, дракон, может действительно тебя отправить в такое место, где метки ставят таким опасным сущностям, как ты. Говорит, что это обычная практика. Обычная Стоп практика. Энергии. Ну хорошо, обычная практика в моей комнате диагностики такая. И достается печать дракона. Значит, 3-1-2-3. И я включаю на полную мощность. 1-2-3. Да будет так, а так и есть. Вот обычная практика, дракон. Мне кажется, ты попутал берега. Ну, просит остановить. Почему? Это же обычная практика. Она тоже просила остановить эти боли. В чем проблема? Дракон, я не понимаю. Выключаю печать. Убираю. Хорошо. Ревер закончился, Вера. Посмотри, пожалуйста. Да. И я даю команду значит три. Елена, включая ей внутренний белый свет. Один, два, три. И выдавливаю из биополя Елены все, что находится на чистоте хамелеона и на чистоте красного дракона. Один, два, три. Все подключки безболезненно. Будет выведена и энергия чужеродных из биополя Елены. Готова. Что там у нас? Большой шар? Есть приспособление, плата есть? Есть. Хорошо, отправляемся в клетку тюрьму. Один, два, три. И я подхожу сейчас к Елене, кладу руки на плечи и моей собственной энергией помогая ей сделать импульс высокой вибрационного шокового удара и сжечь каналы к интерферентам. Значит, 3 один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы, превращается в пепел, открывается портал в галактическое ядро, и остатки улетают в галактическое ядро на переработку до последнего микрона. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Елене до полного восстановления и корректировки? 320. И какая частота вибраций? 27. И насчет 3 в макушку головы Елены начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распыляется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Елена, вы меня слышите? Да, слышу. Вы поняли причину подселения интерферентов к вам? Она говорит, я знаю. Вот. Если вы знаете, что они тоже знают, насколько серьезно Особ... осознанность. осознанность нужно повышать. Совершенно верно. Хорошо, это одно, другого не касается. Это ваш опыт. Ли, я прошу, делаю запрос. Ли, прошу, выйди на связь. На Приветствуйте, Али. У нас Хамелеон и красный дракон. Я понимаю, там мало осознанности у человека, но Хамелеон ее отравил. Он ее. Ей... Мы реально вывели яд. Яд находится в клетке, а красный дракон просто жрал эту энергию. Все это они получались из одного канала. Посмотри, пожалуйста, я не могу понять. Она говорит: отпускай их. Хорошо. Значит так, красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты никогда больше в это биопуле не вернешь. Твои практики, законы поменялись во Вселенной. Осознанные люди уже эту практику не, при, не, принимают. То есть, если ты повторно войдешь в это биополе, я тебя сожгу в галактическом ядре. И поэтому я тебя хочу сейчас получить слово красного дракона, что ты это понял. Даю, даю слово красного дракона. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, хамелеон, еще одна попытка подключки к этому человеку для тебя закончится фатально. Тебе это понятно? Даже понятно. если ты ее видишь, и никого рядом нет, и ты войдешь, ровно через 10 минут после получения информации от нее, что она плохо себя чувствует, я вытащу тебя, и тогда ты уже никуда не уйдешь. Никуда. Ты это понял? Поняла. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте этого хамелеона 1, 2, 3 И он улетает на свою частоту, вышвыривая туда, закрывая, печатая, растворяя Вышел. Все, что в клетке осталось сейчас, открывается портал в галактическое ядро И этот яд, весь эти подключки улетают в галактическое ядро на переработку Закрывая, печатая, растворяя Готово Хорошо, и... Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Пошла полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Али сказала, что когда человек прочитал манифест, он каким-то путем дошел до этого манифеста это значит он готов взять на себя ответственность И если он ее не берет после, после, после прочитки манифеста в нем здесь есть его вина тоже поэтому она их отпустила Ли, я это абсолютно понимаю. Мы как раз и спросили о причинах. Они нам и сказали, не вижу осознанности. Поэтому у меня к ним, по идее, вообще нет никаких претензий. У меня единственная претензия была к этому яду, который этот хамелеон в нее запустил. Я не знал степень опасности этого яда. Она говорит, что это то, как он заходит. А, вот как. Она готова. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. já na místě.